Здравствуйте! В эфире новый выпуск программы «Крылья». Этот месяц подарил нам много хорошей музыки, и я расскажу о концертах, которые уже прошли и которые состоятся совсем скоро. Романс как любовь, романс как жизнь, романс как подарок слушателю. Концерт Ирины Крутовой стал событием в культурной жизни города. Лирические произведения пришлись по душе нашему зрителю. И каждый пришедший на концерт нашел свое эмоциональное состояние. Смотрите, как это было. Седыми нас.
Ah!
дата.
славе, о весне, фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мам. Кто познал войну и кто не знал? Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся материнский крик. Еще один незабываемый концерт прошел в Икаре. В канун Дня защитника Отечества чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Прошел День защитника Отечества. В этом году, 23 февраля, ощущалось особо. Грядет важная дата – 65 лет победы в Великой Отечественной войне. Работники Дворца культуры Икар сделали подарок ветеранам нашего города. Подготовили праздничный концерт. Ну, сейчас... Вы знаете, что все мероприятия, фильмы, передачи по телевидению, сейчас много что посвящено, именно приурочено к 65-летию Победы. И наш концерт сегодня был посвящен именно этому. Ветеранов награждали юбилейными медалями 65-летия Великой Отечественной войны. Насыщенная программа произвела впечатление на зрителей. На сцене побывали эстрадный оркестр, молодежные песенные коллективы, ансамбль бального танца «Лада», группа «Златоуст-36» и многие другие. На концерте состоялась премьера. Народный коллектив «Любава» представил новый номер. Как и все их выступления, танец удался и порадовал ветеранов.
Концерт получился живым и ярким. Все выступающие старались как можно лучше исполнить свои номера, и это им удалось. Живая музыка не замолкала на протяжении всего концерта. Коллектив «Компромисс» стал лауреатом в номинации «Ансамбль» на 8-м Всероссийском фестивале авторской песни в Ессентуках. С фестиваля музыканты вернулись не только с наградами, но и с новыми идеями. Коллектив «Компромисс» известен не только в Трехгорном, но и за его пределами. Отличные вокальные данные, красивая манера исполнения и оригинальный репертуар. Вот, пожалуй, слагаемый успех ансамбля. Коллектив образовался случайно. Летом 2008 года проходил конкурс у нас в Трехгорном эстрадный, и появилась такая мысль, трио исполнить пару произведений, совершенно просто попробовать. И так попробовали, сразу стали лауреатами. Вокалисты поют песни, которые нравятся им самим и зрителям. Необычное исполнение песни Розенбаума «Есаул» произвело впечатление на жюри в Ессентуках. На конкурсе было много приятных знакомств. Одна из встреч стала знаковой. Певцы из Нефтекамска предложили «Компромиссу» творческое сотрудничество. Они подошли к нам после конкурса и сказали очень много приятного о нашем исполнении и, самое главное, о наших аранжировках. Они спросили, кто вам делает аранжировки. Мы объяснили, что мы очень долго, кропотливо этим занимаемся, втроем сидим, просто вымучиваем, можно сказать, иногда, чтобы это было красиво, интересно, необычно. Нам на конкурсе сказали, что такого Розенбаума мы еще не слышали, таких аранжировок не было. Они порадовали нас такими словами и сразу сказали, давайте сделаем что-нибудь вместе. Мы, конечно, согласились. Они оба сами пишут музыку, сами ее исполняют. Они нам презентовали свой диск, мы с удовольствием послушали, выбрали несколько их произведений и для своего трио. И будем общаться. 8 марта пройдет концерт с участием гостей из Нефтекамска. Совместный проект обещает быть интересным. Будут исполнены популярные песни в исполнении нашего трио и нами любимые. И Саша Топольников и Риф Габасов исполнят свои песни очень красивые, лирические, о родном крае, о Башкирии, энергичные. Они так хорошо общаются с залом. Я думаю, что наши зрители получат огромное удовольствие. Опустел городской неухоженный сад, и летят за моря журавли. И кружит день и ночь золотой листопад на краю этой вечной. Идите с музыкой по жизни, слушайте песни и пойте сами. Встретимся в марте. До свидания.